Интернет-магазин товаров для аэрографии с огромным выбором оборудования и материалов для творчества, с уникальными ценовыми предложениями, гарантией низкой цены, профессиональные консультанты с многолетним стажем работы, которые дадут грамотную консультацию и помогут сделать правильный выбор как среди товаров для аэрографии, так и между краскораспылителями для авторемонта. Каждый месяц в магазине проводятся акции месяца, также каждую неделю. Отслеживается все в группе ВКонтакте. Все это в магазине товаров для аэрографии «Автор». Ссылки на магазин и группу ВКонтакте в описании к видео. Здорово, камрады! Сегодняшнее видео у нас продолжение покраски пластиковой модели грузового автомобиля Studebaker от компании «Моделист». Сегодня у нас будет покраска аэрографом внутренней части кабины. Также кузова, он уже полностью готов. И сегодня довклеивал решетку радиатора и бампер. Так что готовлю сейчас аэрограф. Также напоминаю, что спонсор сегодняшнего показа — магазин товаров для аэрографии «Автор». В принципе, перечислять я не буду, какие товары там есть. Там практически все товары вы можете приобрести по аэрографии довольно приемлемым ценам. Поэтому ссылка в описании к видео будет. Ну а мы продолжаем подготовку и, соответственно, покраску. Красить буду краской AK Olive Drip Light Base. Уже упоминал я об этих красках в предыдущих видео, поэтому как бы для новых зрителей только эта информация. Ну, старые зрители знают и понимают, о чем речь. Ну, не переключайтесь, через секундочку начнем. Такой у нас получился результат после покраски. Все окрашено в базу, кабину пока не склеивал, так как нужно будет окрасить некоторые детали интерьера кабины, сидушку, руль, сделать сколы на палубе кабины. Ну, еще много покрасочных в поклажу нужно будет красить. После того, как вклею стекла, еще раз нужно будет
сделать высветление на кабине. Тоже, наверное, с помощью аэра буду все это делать. В общем, еще работы много, но в принципе уже вырисовывается как бы общий вид. Закрасил фары тоже, ну, потому что не стал заморачиваться. Есть у меня красочка специальная для этих дел. Потом все равно окрашу в финале. Фары будут нормально выглядеть. Ну, немножко выявились небольшие недостатки там. Думаю, стыкуемость будет проблематично, но думаю, решу проблему, там что-то подрежем, что-то подпилим там внизу. Пока такой общий план могу вам предоставить, в принципе, на данном этапе. Ну, новичкам бы я не посоветовал бы эту модель, потому что думаю, надо что-то такое стыкуемое, потому что сразу же руки могут опуститься. Первой моделью эта модель не должна быть. Ну все, буду с вами прощаться. До скорых встреч. Надеюсь, уже скоро сведу уже воедино его наконец-то. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, делитесь с друзьями. Ну и заходите в магазин Автоэр, Автор, и смотрите, выбирайте. Может быть, что-то вам пригодится для аэрографии. Ну, всем пока!